стоим у нас. Спасибо большое, что я могу сказать. Я тут об этом сейчас и говорю, что я не ожидал увидеть Кишинев в сугробах. Посол? Здравствуйте. Саживайтесь. С правительством об этом говорили после нашего с вами разговора в Москве. Поэтому еще раз хочу вас поздравить. Мою позицию и эта позиция соответствует мнению большинства граждан Республики Молдова. Мы настроены на стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Мы считаем, что без хороших отношений с Россией мы не сможем решить некоторые стратегические проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому я очень рад, что сразу после выбора вы нашли время на второй день приехать в Республику Молдова. Вашу встречу мы оговаривали, вашу поездку мы оговаривали еще с Анной Леонидовичем в конце декабря прошлого года. На уровне правительств, потому что, если сказать честно, откровенно, 2017 хороший результат, прорыв по вот, некоторых конкретных товаров, как там, яблоки, агропромышленный комплекс, акции со стороны правительства и парламента. Ваш приезд мы рассматриваем с надеждой и надеемся, может быть, в ближайшем уровне и на уровне парламента. Нам есть о чем поговорить, нам есть о чем пообщаться. Мы видим дальнейший диалог на уровне президента. Приднестровское регулирование очень важные планы на этот год. Поэтому вот по успеху всех этих вопросов мы хотели хорошего сигнала с молдавской стороны, потому что я слышал заявление министра. Спасибо большое, уважаемый господин президент, дорогой Игорь Николаевич. Спасибо за возможность встретиться с вами. Я полностью разделяю те оценки, которые вы дали развитию наших отношений в 2017 году. Но начать, так же как и вы, я хотел бы с благодарности руководству Молдавии за то, что выборы президента Российской Федерации на территории вашей страны прошли гладко, в обстановке гарантированной безопасности. Никто не подвергался никаким провокациям, нападкам, что резко контрастирует с ситуацией в соседней стране, соседней нам и вам. Большое за это спасибо. Будет влиять на развитие наших отношений в нынешнем году. В том, что касается характеристики.